предлагаем для семейного просмотра мультипликационную ленту «Коты Эрмитажа». Когда Винсент был маленьким котенком, он попал на необитаемый остров. Во время шторма его спасло в кимошонок Морис. Друзья вместе перебираются в Санкт-Петербург и находят себе новый дом в Эрмитаже. Но есть одна проблема. Морис – потомственный искусствовед, а Винсент обещает местным котам защищать картины. Новичку еще предстоит открыть для себя удивительные мир живописи, длиться в элитный отряд и спасти легендарную Мону Лизу от тайной угрозы. Приятного просмотра. Мы их защищаем. Самая знаменитая картина в мире. Она завтра приезжает. Полакомится Мона Лизой. Сейчас мы ее прихлопнем. Ты что это задумал? Если ты ее съешь, я снова лишусь дома. Что случилось? В музее появился призрак.